Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать вам про наушники Sony DA-BT-160AS, то бишь спортивные. Ну, не знаю, насколько, конечно, спортивные, но мне кажется, что да, спортивные и даже очень. Модель мне очень понравилась, очень-очень масло-масляная, но сейчас я вам расскажу почему. Во-первых, она имеет защиту от брызг и влаги, и легкого дождя, и сырости. То есть, когда вы такой бежите и попадаете под дождь, то вы можете особо не бояться за то, что вдруг у вас что-нибудь произойдет с вашей замечательной гарнитурой. Это первый момент. Второй момент. Сплошной Sony Style наблюдается здесь как нигде. Вот это вот металл, алюминий плюс, есть регулировка. Вот так вот она выглядит, то есть можно регулировать по длине. Носить, несмотря на устрашающие вот эти вот пластиковые заушные блоки, очень удобно. Здесь отделан резиной. Разъем для зарядки скрыт под заглушечкой такой. Собственно, блок питания выглядит вот так. Понадобится адаптер, потому что модель к нам официально не поставляется. Продается в Японии, в Европе, в США. Вот, так что готовьтесь покупать переходничок. Управление. Еще одна отличная черта, вот, кстати, да, вот дужки, они болтаются, то есть здесь у вас, вашему уху ничего страшного не угрожает. Управление, кнопка включения, здесь микрофон, кнопка ответ на вызов, отдельная кнопка для начала сопряжения, плюс замечательная совершенно, вот здесь еще есть кнопка где-то, да, вот здесь вот маленькая такая кнопка, с ее помощью вы можете сбросить настройки гарнитуры. Вот этот джойстик, это просто гениальное изобретение, потому что, ну, в общем, он полностью отвечает за воспроизведение. Регулировка громкости, перемотка, и все это с щелчками, все это очень здорово, нажатие, это play-stop. Классно, вот просто сделано, опять с большим-большим плюсом. Я тестировал гарнитуру с таким монстром, как вот такой вот монстр. То есть сейчас мы можем что сделать? Мы можем включить гарнитуру. Ну, здесь находятся световые индикаторы. Так, сразу же у нас установилось соединение уже. В настройках можно выбрать, так, подключить. Вот у нас подключенная гарнитура. Я не знаю, вам видно, нет? Давайте попробуем. Ну, вот так вот, наверное, будет виднее. Так. Значит, в настройках подключенная гарнитура. Можно зайти в параметры и выбрать, подключить эту штуку как наушники или как гарнитуру полноценно. Вот, ну или отсюда же перейти к MediaScape и начать воспроизведение. У меня в другой комнате молотит колонка. Колотит она хорошую очень музыку. Вот, ну, гарнитура работает. И это, наверное, самое главное, что про нее можно сказать. Работает хорошо, качество звука мне лично очень нравится. Единственное, что не работает, это ускоренная перемотка. То есть вот play-stop, play, да, работает. Переход от трека к треку тоже работает. Тан-тан-тан, да, вот работает. Регулировка громкости работает. Причем, при том, что с телефона она не работает. Странно. Сейчас работает, а раньше не работало. Ну, в общем, да, здорово. Ну, в общем, что я могу сказать? Все вроде в порядке. Все вроде в порядке. И, в общем и целом, я лично ставлю этой штуке, которая к нам официально не поставляется, продается здесь где-то за 6000 рублей, можно найти дешевле. Я ставлю крепкую-прикрепкую пятерку. Вот действительно хорошая и стоящая вещь. Вот, кстати, видите, как джойстик далеко выдается. Как он сделан по Sony Style-овски прямо. Железо.
резинки, широкие возможности регулировки, удобно носить, время работы около 7 часов в режиме разговора или в режиме воспроизведения музыки, быстрая зарядка достаточно. Блин, да хорошая вещь. Вот, наверное, и таков будет мой итог про этот гаджет. Пока.